Ну, прежде всего, хотел сказать спасибо болельщикам. Все-таки поддерживали команду. Вот действительно до последней минуты. И ну, огромная благодарность за это. То есть ребята это чувствовали, и это очень важно для нас. Что касаемо по игре, то, конечно, у нас после Чертанова получилось такие кадровые проблемы, связанные и с пропуском игры, и с травмами футболистов. Вот, поэтому как бы сегодня вот получился такой состав. Мы отталкивались от тех футболистов, которые ну, могут сыграть в игре. По заменам тоже ребята вышли на замену, которые, ну, Петрусев, например, он ну, долго достаточно пропустил. И он свою часть работы сделал. Он выполнил свой объем и, я считаю, помог команде. Жалко очень, конечно, что удаление. И жалко, что травма Миши. Будем понимать, насколько она серьезна. Вот. Но, тем не менее, ребята сыграли, некоторые ребята сыграли не на свойственных себе позиции, они сыграли для команды. Вот. Целостность команды, она есть. Значит, будем двигаться в этом графике, мы будем двигаться к тому, чтобы у нас приходил результат, чтобы мы забивали. В первом тайме была замена Григорьева. Она связана с какой-то физиологией или это тактическая какая-то задумка? Так бывает, что у футболиста может не пойти. Вот, так бывает. Но Максим старался. Вот, но значит, сразу мы проводим замену. То есть очень важно для нас, чтобы никто не выпадал. Чтобы каждый делал то, что он должен делать. Если футболист выпадает по какой-либо причине, ну, соответственно, надо заменить, чтобы была целостность. Максима не пошло, такое бывает тоже в футболе. Будем надеяться, что он исправит ситуацию. Журналисты интересуются, еженедельник «Игрок» воронежский, в частности, что с Коробовым и Дмитрием, почему их не было сегодня? Да, Коробов получил травму, у него надрыв сухожилий, у Дмитриева тоже повреждение бедра, поэтому они не участвовали в матче и в заявке. И заключительный вопрос, также от еженедельника «Игрок». При обладании в стартовом составе игроков оборонительного плана, это вынужденная мера или такой был план на игру, чтобы удивить там? Нет, это вынужденная мера, потому что основной наш принцип, который ребята приняли, что мы должны отталкиваться от игры, от собственной игры. Вот, игра, которая должна быть активна и как в обороне, так и в атаке. И это вынужденная мера, потому что ну, ряд футболистов, Дмитриев, Коробов, Акбашев, они пропускали игру. Поэтому те, кто были и чувствовали себя на данный момент хорошо, они вышли в стартовом составе, они играли. Вот так.